На стоянке Джума-мечети готовится к отправке колонна грузовиков, которые под завязку загружены гуманитарной помощью. В машинах предметы первой необходимости. Все эти вещи предназначены для беженцев, которые прибывают в Россию из Донецкой и Луганской республик. Благотворительный фонд «Инсан» организовывает масштабную гуманитарную помощь вынужденным беженцам Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. В состав гуманитарной помощи входят более 30 тонн продукты первой необходимости, более 3000 пар одежды взрослых и для детей и более 25 тонн бутилированной воды. Инициатором акции поддержки выступил благотворительный фонд «Инсан», который имеет богатый опыт подобных мероприятий. Фонд уже помогал соседним республикам, когда кто-то нуждался в поддержке. В своих действиях они руководствуются этическим, моральным и нравственным долгом горцев. Дагестанский народ никогда не остается в стороне, видя чужую беду. И мы знаем, что в эти минуты Донецкая и Луганская народные республики оказались в сложном положении, и их жители вынужденно покидают свою родину. На сегодняшний день огромное количество заселилось в городе Ростов. Фонд «Инсан» не остался в стороне и также отправляет гуманитарную помощь для беженцев. Впереди у них долгий путь. Команда укомплектована и готова в полной мере. Дорога до Ростова составит более 15 часов. Карим Даниев, Салман Китехмаев, телеканал ННТ, Махачкала.